Нет времени и все против тебя? Если есть проблемы с учебой, мы всегда поможем. Автор 24. Помогаем учиться. Получи помощь от опытных преподавателей с курсовой, контрольной, рефератом или дипломом по ссылке в описании. Так, спасибо. Добро. Я так рада, что мы решили сделать это. Самое время. Да, чокнемся, чокнемся. У тебя, кстати, тут безумно мило. Тебе нравится? Мне очень нравится. Я думаю, ты безумно милая. Спасибо. Что? Что это такое? Это типа маринет. Это моя мама вроде. Ладно, окей. Ну, он что-то типа декоративный. Я поняла. Да. Ладно. Да. Прости, меня просто чувство, будто он смотрит на нас. Он просто марионетка. Я знаю, но... Он типа не может нас смотреть. Может, ты можешь его... Да, ща. Спасибо. Давай. Так, лучше? Намного лучше. Уверен, что лучше? Да. Все хорошо? Иди сюда. Воу-воу-воу. Как он снова на нас начал смотреть? Да, наверное, это просто ветер. Окно закрыто, это просто марионетка. Знаешь, она иногда двигается. Так, ладно, я отойду в туалет. Ты не против? Да, конечно. Окей, спасибо. Братан, каре. Смотри, о чем-то, брат. Когда у меня девушки, ты такую херню творишь. Она такая сексуальная, это я где нашла? Ты меня вообще слушаешь? Может, у нее подружки есть? Братан, я не виноват. Ты меня здесь оставляешь на весь день сидеть. Поступаешь как настоящий мудак. Я в депрессию впадаю. Хорошо, давай я просто возьму и отнесу тебя в магазин игрушек. Братан, перегибаешь, перегибаешь. Слушай, не веди себя странно, мне нравится эта девушка. Мне тоже девушки нравятся, бро. Ну а что у тебя с твоей женой, Бенитой? Ну она все еще жива, так что... Не особо хорошо. Просто спроси, есть у нее подружка или нет. Так, она идет, так что заткнись. Спроси, может, она марионетку любит. Заткнись. Эй, эй, извини, меня это немного перепугало, я умылась. Все нормально, не волнуйся за это. Все в порядке. Я вернулась, так что не парься. Хорошо. Как тебе туалет? Хорошо. Все, исправно работало. Да, все было норм. Тупость какая. Кто это сказал? А ты о чем? Ты сейчас не слышал ничего? Нет. Что? Я все еще чувствую, что он смотрит на нас. А он просто там сидит и он... Сейчас, подожди. Это просто марионетка. Ты куда? Хочу глянуть, чтобы самой убедиться. Да, он просто марионетка. Продолжай трогать, малыш. Какого хуя? Да расслабься, малыш. Он разговаривает. Расслабься, иди сюда, успокойся. Я все объясню. Что тебя напугало? Мелани, это Диего. Диего, это Мелани. Чё, как красотка? У него есть имя? Ну да. Кто не хочет текилы хлебной? Это безумие, у меня есть говорящая марионетка. Подожди. Слушай, детка, есть у тебя сексуальная подружка? Это не сон, это Диего, он живет со мной, и он боль в моей заднице. Это я боль в твоей заднице, ты попроси руку в задницу засунуть хотя бы на денек. Мы поняли. Красивая рубашка, кстати, в женском отеле купил. Шопишься, наверное, прямо рядом с отделом игрушек. Смешно. Ты что, на его стороне? Нет. Что за штаны, господи Иисус, ты че, их у ребенка отнял? Бро, заткнись нах... Заткнись, бро. Сейчас бы твои волосы будут говорить, бро. Че за тупость? Выглядишь как Бруно Марс, но не такой знаменитый. У него реально прическа похожа. Так, нравятся мои шутки, малыш? Хрена ты там? Он смешной. Слушай, мой микстейп, он потрясный. Не врубай эту херню, братан, не врубай. Да, малышка, я об этом. Братан, выруби эту хрень. Такая маленькая сука. Я не сука, бро, это ты сука. У меня было больше секса, чем у тебя, у меня даже пениса нет. Не поддерживай. Уничтожил. Не поддерживай, не поддерживай. Ты сейчас смеешься над этой сукой. Что, прости? Может, хотя бы говорить покажешь? Вау, он грубый. Ну или хотя бы соски давай. А чересчур, ща. О, бро, ты что делать собрался? Эй, брось, не делай этого, нет, сейчас собрался. Прости, мне очень жаль. Он был какой-то безумный. Я знаю, но его больше нет, ты можешь о нем даже не думать. Тут только мы, окей? Спасибо. Да, конечно. О, ни хрена! Это, сука, хорошо, черт дери. А перевел, озвучил виски, ага.